наша атака хромает. Ну, там нет таких забивных нападающих, как Бахов. Сегодня вот Василий вышел, но он после травмы все равно неплохо себя проявил. Больше слаб. У него были хорошие моменты, он забил. Остался доволен игрой, по содержанию одна из лучших игр в этом сезоне. Плюс к тому, что противостоял довольно-таки серьезный соперник. Много людей не было с основного состава. Так мы единственное, что не получилось, это забить гол.